И на следующую информацию обратите особое внимание. Потерялся мальчик 2003 года рождения Эльнур Джамбраилов вместе с мамой Антониной Тимощук 82 года рождения 28 августа вышли из дома по улице Бородинская, 1. С тех пор ни мальчика, ни маму никто не видел. Эльнур был одет в синие джинсы, черную футболку, обут в синие кроссовки с зелеными полосками. Его приметы – рост 120-130 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Если кто-то обладает информация о месте нахождения мальчика и его мамы, просьба сообщить в заводский райотдел милиции по телефонам, которые вы видите на экране.